Папа, мама. Эти слова хочет слышать каждый ребенок. В нашей постоянной рубрике «Пусть мама придет» мы поговорим о тех детях, которые нуждаются в заботе семьи. И, может быть, кто-нибудь из вас откликнется. Меня зовут Максим, мне 13 лет. Учусь в 6 классе. Занимаюсь спортом СКО «Дохсун» в клубе «Виктория». Учусь неплохо. Люблю играть в футбол, джонглировать, играть в игры на логику, дружелюбный. Этим летом ездил в деревню. Угу. А расскажи, где ты был? Я был в Олбе, у Статта там, в деревне Олба. Там жил Екатерина Иннокентьевна, работница тут работает. Я там помогал на сенокосе, коров доил, трактор водил, футбол тоже там играл. Максим очень открытый, общительный, активный мальчик. Он учится достаточно хорошо, занимается футболом, увлекается очень страстно этим видом спорта. Занимается в клубе «Виктория», в спортивном комплексе «Дохсун». Он знает практически всех знаменитых футболистов, из каких они стран, из каких команд и по именам. Ни одно мероприятие не проходит без его участия. У него очень хорошая память. Он легко запоминает песни, стихи, движения танцев. Еще он увлекается жонглированием. Максим очень давно мечтает попасть в очень дружную семью. Для него это, наверное, на данный момент самая главная цель – обрести семью. Могу добавить, что он очень хорошо понимает по-якутски и разговаривает. Но Максима я знаю совсем-совсем еще с такого раннего возраста. Он всегда был такой активный, у него всегда была своя какая-то позиция. Вот, мы радуемся очень его успехам и то, что он растет на наших глазах. Конечно, мы стараемся, хотели бы, чтобы он воспитывался у нас в семье. И надеемся, что найдется такая семья, которая действительно увидит в нем такого позитивного, активного, творческого молодого человека. Максим очень добрый, позитивный и открытый мальчик. Он строит планы на будущее и верит, что в его жизни появятся те, кто поможет сбыться его мечтам. Ну а мы продолжаем нашу программу. У нас есть ряд поздравлений, которые вы присылаете на наш студийный номер. Поздравляем дорогую нашу подругу Наталью Егорову. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия. Подруги Сардан Татьяна также поздравляют еще Ивана. И желают ему всего самого доброго. А пока прервемся на рекламу.